59 виолончелистов и скрипачей из 13 городов России и Казахстана будут бороться за звание лучшего молодого музыканта. С 23 по 28 марта в Омске пройдет второй межрегиональный открытый конкурс имени Вильгельма Шпета. В этом году организаторы конкурса увеличили возрастную группу участников, а теперь выйти на сцену могут дарования до 19 лет. Об этом в международном пресс-центре МКР Медиа рассказал руководитель конкурса Владимир Аксаментов. А состязания проводятся для повышения уровня исполнительского мастерства молодых музыкантов и совершенствования профессиональных навыков педагогов. В состав жюри вошли профессоры лучших российских и зарубежных консерваторий. Председателем стал Кирилл Родин, заслуженный артист России, лауреат первой премии имени Чайковского. Всем иногородним участникам предоставят место для репетиций, ведь в зале выступлений каждому отведено на подготовку лишь 15 минут. Жесткие соревнования, потому что конкурс – это и есть соревнования. То есть на сцене нужно проявить все то, что ты наработал в процессе обучения с педагогом, ну и еще эстрадную выдержку иметь, достаточно хорошую психику устойчивую. В Омске это единственный конкурс двухтуровый, в отличие от многих так называемых международных конкурсов, которые проходят в Омске, где достаточно сыграть две пьесы, чтобы стать лауреатом. Тут пробиться просто очень трудно.